С вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Top Tool. Набор профессионального качества из 94 предметов. Код товара GCAI-094R. Также есть набор R1, это набор 12-гранный. У нас сегодня в видеообзоре будет набор 6-гранный. Начнем с упаковки. Сразу бросается в глаза, это качественная упаковка, хорошая полиграфия. Даже вот говорится, что на подарок. Не будет стыдно подарить, потому что видно сразу, что набор профессиональный и высокого качества. Есть на упаковке комплектация набора с обратной стороны, а также маркировка, какой у вас набор, или шестигранный профиль, или 12-гранный. То есть вот здесь вот сказано GCI-94R1 и 094R. То есть если зеленым отмечена у вас стрелочка, значит тут набор у вас с такой комплектацией и идет. Что еще указывает производитель? Здесь это сайт Top Tool и где производится инструмент. Сделано в Тайване. Набор профессионального качества. В основном Top Tool применяется на СТО, автосервисах, а также закупается на предприятии. Потому что набор высокого качества выдерживает большие нагрузки и также имеет пожизненную гарантию. Единственная гарантия не распространяется на биты, которые идут в наборе. Это расходный материал. В наборе два рабочих квадрата и, соответственно, две трещотки. Под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4. Трещотки идут силовые на 36 зубьев. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 26,5 см. Рукоятка здесь полностью из пластика. Это лучше, чем резиновая, потому что они будут разъедаться у вас так быстро маслом или бензином. Имеет быстрый сброс, реверс. Трещотка разборная. Три винта откручиваете, можете разобрать внутри, смазать или заменить внутреннюю часть, она продается отдельно. Есть номер по каталогу, то есть каждый инструмент в наборе и каждая единица инструмента имеет номер по каталогу Top Tool. То есть по этому номеру вы можете докупить такой инструмент, если вдруг у вас потерялся. Трещотка под квадрат 1,4, также на 36 зубьев, реверс переключения право-влево, быстрый сброс. Рукоятка из пластика. Длина ее 15 см. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала во время откручивания. Карданы 1/4, маленький и под квадрат 1,2. Карданы скреплены, обычно это или винты, или не заклепки, а вставки металлические, здесь они полностью проклепаны, то есть сделаны очень качественно. Но они не разборные. Материал изготовления инструмента в наборе Chrome Vanadium Device. Удлинители. Под квадрат 1,2 у нас два удлинителя идет, 250 и 125 мм. Удлинитель 125 мм также служит как Т-образный вороток, то есть вороток с плавающей головкой. Вот этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2 также, если у вас есть дополнительный инструмент под 3/8. Удлинители под квадрат 1,4. Три удлинителя, два обычных и один у нас гибкий, 150 мм. А то маленький 50 и на 100 мм. Так, набор бит. Под квадрат 1,2 у нас биты общее количество 15 штук. Есть биты торкс, крестовые, шлицевые и шестигранные. Они используются с переходником специально. Вот он. Вставляете биту. И подключаете, ну, допустим, это будет Т-образный вороток. Ну, или можете даже удлинить. Можно конструкцию разную выстроить, в зависимости от работ, уже которые вы проводите. Так, биты под квадрат 1,4. Они идут прессованные в головку. Вот такие уже. Без переходника, уже переходник, вы видите. На бите. Эти биты применяются или с отверточной рукояткой, получаем отвертку, или можете подключать трещотку, или Т-образный вороток,
Вот квадрат 1,4. Вот он. Длина его 11,5 сантиметра. Тут варианты есть. Все биты здесь промаркированы в ячейке, в которых они лежат, то есть согласно ячейке и размеров. Длина этой отверточной рукоятки 150 мм, рукоятка здесь из пластика, есть присоединительный квадрат, можете подсоединять, то есть получаем отвертку с реверсом. Теперь по головкам. В наборе шестигранный профиль, коротких головок общее количество 31 штука. В нижней крышке это под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4 в верхней крышке. Самая маленькая головка это 4 мм под квадрат 1,4. И самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм 215 грамм. Надпись на головке 32 мм Tuptool. И это код по каталогу есть. Так, головки короткие. Вернее, длинные. Общее количество 13 штук. Самая маленькая 6 мм. И самая большая 22 мм. И вот такой вот небольшой набор Г-образных ключей шестигранных. По комплектации все рассказал. Хотелось бы отметить, это очень хорошее литье и полировка самого инструмента. Здесь нет ни сколов, ни следов от литья, ни от запаха. Есть вот запах, знаете, китайского инструмента, очень дешевого. Здесь все очень качественно, то есть сделано, чтобы инструмент долго служил вам. Вот. Вообще идеально все отполировано, вопросов никаких нет. Есть номер по каталогу, я показал, Tuptool, надпись на каждой единице инструмента. И есть смазка, то есть на инструменте всем присутствует смазка, она остается на руках. Но это с завода, наверное, идет. Теперь кейс. Инструмент, верхняя часть, верхняя крышки очень хорошо закрепляется, то есть исключает вообще выпадание. Кейс, внутренняя крышка, жесткий пластик, поэтому очень хорошо держится. Состоит он кейс из двух частей, скреплен широкой пластиковой зависой. Запирание набора на черные пластиковые защелки впереди. Теперь по габаритам кейса. Вес набора составляет 6 кг. Ширина кейса 37,5, длина 29,5, высота 8,5 см. Запирается очень плавно, без лишних усилий не нужно прилагать. И кейс тоже хорошо очень сделан. Покручем. Пластик средней жесткости. Если внутри он жесткий, здесь он продавливается пальцем, но пружинит хорошо. Надпись Tuptool на верхней крышке. И видите, такой вот узор еще есть. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Ставьте комментарий, если у вас был опыт использования. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.